Время 8:16 утра. Игорян уже за рулем. Трогаемся от гостиницы. Выспавшийся, свеженький. Сейчас проходочку в рывке на дорожку, да, Игорян? А? Да. Готов? Всегда готов. Ну, поехали проверим. Смотрится good? Ну, пока так, да. Все Reebok. Да. Поддерживается Reebok'ом. Начало. Hi guys, good morning. Hello. Morning. Good. Good. How you doing? Good. Смотри какие. Опа. Ну что, неплохой зал. Неплохой. Вот за что я люблю моих партнеров, товарищей уже, Гинфастов, что вот уже привезли и приготовили штангу. И говорю, как приятно, да? Приходишь, а твоя штангочка уже лежит, родная, ждет твоих рекордов, а? И фотографы, видишь, уже готовы фоткать проходку. Игорян, энергия принца нам поможет. Да, и вид хороший, все, а? Как все под рекордик-то подходит, а? И он набодяжил ты что-то там уже себе в шейкере. Гимнаст ты мой, позови на него. Все, вот так вот в таком зале предстоит нам провести практически весь день. Перед началом тренировки не с 40 килограммами, но с гриппом обязательно. Два подхода по 10 раз, чтобы спиночку открыть, мышцы в тонус вести, будет дальше хорошо. Сегодня в программе у нас заключительный день. Путешествие с Игорем Зариповым. Так как после семинара я уезжаю в Монреаль, а Игорь уезжает к себе в Лас-Вегас. Сегодня будем делать первое упражнение. Рывок с медленной тягой и приседание со штангой над головой. 1+1. Так как у нас есть всего час для тренировки, поэтому мы сделаем, скорее всего, только два упражнения. И второе, естественно, будет упражнение, это тяга. Тяга первого движения ногами и второе движение спиной на 2 раза. 1+1. Первый раз ногами, второй раз спиной. Поехали!
Задницу вообще не поднимай, одни ноги тащат. Колени в стороны пошли. Пошли в стороны, в стороны, в стороны. Не поднимай, задница пошла. А я-то забыл. Я-то забыл присесть за штангу. А ты видишь, какой послушный. Терпи, терпи, терпи. В потолок! Все, сотельчик преодолел. Стой! Боялся бы еще, что под руми ноги не выпрямятся, не полетел, но уже дотерпел. This PR for... For morning in Canada. Yeah. After 4 hours sleep. Упражнение второе. Тяга ногами с подрывом. Тяга становая, прямые ноги с подрывом. Демита Клоков. Рывок. Thank you.
Не-мень. Полтинничек. Все, есть еще 35 минут. Сделаем. Что сделаем? Сделаем. Нормально. Давай, есть еще полчаса. Трапы. Трапы. Все, по бедрам она не ползет, ты говоришь. Под подбородком касайся. Поехали. Ну что, подустал ты что-то, да? А? Подустал ты? Подзатянуло. Подзатянуло? Что это тебя подзатянуло? А, в машине? Игорян, ну что ты там, паник-то, бля? Я вот сижу, думаю. О чем? А кто выиграл наш челлендж?
ты угадал вес. Давай, вещай. Так, челлендж конкурса вчерашним дне был: сколько жмет Игорь Зарипов из этой позы. Из этой позы только с лавочки. Он и лавочка, и Игоря поза. И выиграл первый, кто правильно ответил на вопрос, это был... The Грозный. Да, подожди, не дыси, да я посмотрю. Вот, The Грозный 47. Рекорд у Игоря Зарипова в жиме лежа. 170 килограммов. 170 килограммов, 0 граммов. Да. Ну что, The Грозный 47. Мы вам на YouTube персональное сообщение отправили с вашим персональным кодом. Напишите нам, мне вернее, на мою почту russkiyravino@mail.ru ваши данные, куда отправить вам футболку, и укажите ваш персональный код, который мы вам отправили. Вот, удачи, молодцы, что выиграли. Catch the ball high and stronger. Think about your catching position. Fight! Yeah! PR! Yeah! Браво! It's big weight, man. Contact! Go! Fight! Yeah! Yeah! One more PR! Good, браво! .125! Работа в Онтарио, штат Онтарио, Канада. Закончили мы с Игорёчком мой 93-й семинар. Мой 13-й. Игорька 13-й. На этой ноте позитивной мы с Игорёчком прощаемся для камеры, так как я улетаю работать с другим известнейшим в Канаде, да и во всем мире с человеком, тренером из Поли Куин. И Игорек возвращается к себе домой в Лас-Вегас залечивать травмы. Травм он уже, лица на нем нет. Замотал я его. Гимнаст наконец-то ушатал я. Потренировался, сами видели, потренировался он эти 2 недели со мной очень хорошо. И увидимся мы с тобой уже в следующем году. Увидитесь с ним в следующем году. Поехали в аэропорт. Ой.